Всем доброе утро, дорогие друзья. Вы на канале. Все мы на канале. Ганюшкина Кудряшова. И с вами Юрий Еремин. Сегодня у нас 10 января. Такой мороз был сильный на улице. Что за сутки вся речка Кигач покрылась льдом. Полностью стоит лед. Весь Кигач замерз. Это у нас за сутки только. Гидрометцентр у нас передавал где-то приблизительно 14-15 градусов. Передавал. И еще морозы будут. Посмотрим, что будет дальше у нас. Сейчас я вам покажу речку. Ну и как будем выходить. Тоже сейчас пойду по делам. Там на соседней улице делаю вот эту вот проводку, монтаж. Ну и там немножко поснимаю тоже. А бороду я сейчас отращиваю. Решил отрастить бороду. И только ее сброю на следующий год, аж 7 января только. Решил, что год буду. Ну, попробую. Посмотрим, что из этого получится. Смогу ли я? Выдержу ли я? Вот у нас вид с окна. Что у нас там? Так вот у нас Кигач замерз. Вот он там у нас Кигач весь. Полностью замерз. Да. Все. Скоро можно идти будет на подледный лов. Там где-то говорят, окуня хорошо клюют. Надо будет попробовать сходить. Поблеснить. Пусть только сегодня еще потерпит. А завтра, наверное, схожу все-таки. Надеюсь. Ходил открывать ставни. Вот это мороз там, а? Аж снег хрустит. Все белым-бело. Так, сейчас нам еще надо идти на шабашку. Электромонтаж делать. И в обед уже пойдем за водой. Открывал ставни. Мороз сильный. Потом еще... А, да, уток покормил я. Уток покормил. Вот. Горячей водой все развел им корм. Покормил их. Сейчас теперь надо будет взять свой инструмент. И идти на шабашку. То есть на электромонтаж жилого дома. Вот она улица, вот этот дом. Вон там самолет летит. Кто-то на льду стоит. Ну а мы пойдем. Пойдем на следующую улицу. Как приятно, когда снег под ногами хрустит. Сейчас идем сюда. Не отсюда. С той стороны.
такие вот переулки есть. Да, отблеск от солнца. Солнце отблеск не пойдет, да? Вот, вот так вот лучше. Вот пришла зима. Да, морозик есть. Да, кстати, вроде машина едет. Эй, жал газ, блин. Летчик. На летчик. Чуть не навернулся. Да. Ой, сейчас я. Так, там надо прийти. Чем мне надо придумать? Идешь, аж снег хрустит. Все, речка стоит. За окунями можно ходить уже. А, сейчас пойду воду таскать. Надо будет с топором сперва сходить, лунку порубить. А, потом только. Ух, блин, а. Мы пришли.